Привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас кратенькое видео на тему игры в моментальную лотерею. Друзья, ну опять же рассматриваю лотерею «Знак удачи». Забрал последние 5 билетов на торговой точке. Многие у меня спрашивают, где ты приобретаешь такие билеты. Друзья, скажу вам сразу, это билеты приобретены на почте. Приходите на почту, в принципе, и на любом отделении, где продаются моментальные лотереи, должны быть именно такие лотереи. «Знак удачи». Довольно-таки неплохая игра, хорошо себя зарекомендовавшая, по крайней мере, в моих руках. 50 рублей стоимость билетика, защитный слой стираем. Если три одинаковых символа, в данном случае либо слоны, либо тигры здесь будут, тогда вы выиграли. 3 тигра это 100 рублей, 4 тигра это 200 рублей, 6 тигров 250 тысяч. Ну, надеюсь, 6 тигров попадутся, поэтому давайте начнем. А перед тем, как мы начнем, друзья, я порекомендовал бы вам подписаться на канал Технобар Плюс, прожать лайк, прожать колокольчик под данным видео и обязательно смотрите, друзья, мой канал через VPN-сервис. Это очень помогает каналу, хоть и минимально, но тем не менее, друзья. Давайте начинать. Защитное покрытие стираем. Пока здесь у нас всего лишь 2 слона, 2 тигра. Напомню, это без выигрыша. И сразу же пожелание, никогда не бойтесь начинать новое. Вам открыты все двери. Вот как-то так, хотя бы что-то приятное должно быть в этом билетике. Пока билет без выигрыша. Надеюсь, выигрыш еще впереди. Так, вот это скорее всего будет выигрышный. Нет, друзья, нет, не выигрышный. А тигр, 2 слона. Так, пожелание, все лучшее происходит неожиданно. Вот как-то так, но пока ничего хорошего не произошло. Остается еще 3 билетика, друзья. Давайте посмотрим, возможно, здесь что-то будет. Нет, здесь тоже без выигрыша. И, скорее всего, я так понимаю, тут выигрышей в оставшихся билетах тоже не будет. Скорее всего, что это пролет. Так, пожелание вытираем. Пожелание у нас здесь, не бойтесь открывать неизведанное, удача на вашей стороне. Вот как-то так. Но одними пожеланиями, как говорится, сыт не будешь. Надеюсь, будет хоть один выигрыш. И я не ошибся, тут у нас 3 тигра. 3 тигра это означает, что есть выигрыш. А какой выигрыш, давайте вместе сейчас посмотрим. Порадуйте себя тем, что давно откладывали. 3 тигра это 100 рублей, уже 2 билетика окупились. Далее, друзья, проверяем, и тут у нас без выигрыша. Вот так, друзья, всего лишь 100 рублей вернулось у нас из 250 потраченных, но тем не менее, друзья, кому понравилось видео, ставим лайк, делимся своим мнением в комментариях, друзья, обязательно подписываемся на канал Технобар Плюс. Ну а я, как обычно, на канале Технобар Плюс, всех уважаю и всех обнимаю.